типы людей, называющих своих пэтов, использующие сторонние шрифты. Этот тип обычно использует смайлики и значки, а когда им не хватает их, они используют сайты или приложения для генерации красивого текста. Минус такого метода в том, что там чаще всего поддерживается только английский язык. Трейдер. Он просто пишет то, на что поменял бы пэта, чтобы все сразу видели это. Шутник. Тут и все и так понятно.